Смертельное ДТП в центре Омска. 22 августа в районе часа дня на улице Герцена был сбит мотоциклист. Он скончался на месте. Факт смерти зафиксировали медики. Они прибыли через 10 минут после аварии. Точные обстоятельства трагедии пока устанавливаются. Сейчас известно, что при происшествии были повреждены легковой автомобиль марки «Пежо» и такси. Один из пассажиров госпитализирован, сообщили телеканалу «Омск-ТВ» в пресс-службе Минздрава.